Привет, с вами канал Mad Science, и сегодня вы узнаете, как и чем питается флоридский рак, а также узнаете, что будет, если он встретит огромную саранчу. Погнали! Данное видео ни в коем случае не призывает к насилию. В видео показан естественный процесс кормления флоридского рака. Ну и перед тем, как мы начнем, просьба прекратить просмотр этого видео особо впечатлительным людям. Ну а для тех, кому интересно, мы продолжаем. В данной коробочке у меня находится саранча. Чтобы лучше понять, какого она размера, вы только сравните ее со спичечным коробком. Ну и что же будет, если флоридский рак ее увидит, вы скоро узнаете. Ребят, а пока есть свободная минутка, давайте откроем вместе коробку в интернет-магазине Runbox. Ведь в коробках могут попасться крутые призы, такие как iPhone X, XS, Xbox и MacBook. Ну и прежде чем открывать коробки, обязательно воспользуйтесь шансом и откройте бесплатную коробку. Необходимо для этого выполнить простые условия. Ребят, на Runbox появились и новые коробки Мстителей и Игры Престолов. В прошлый раз я показывал коробку Мстителей, а давайте теперь попытаюсь счастье со второй. Так, давайте попробуем открыть коробочку за 500 рублей. Поехали! Ух ты, это копилка! Я знаю эту копилку, я помню ее. Кое-кто про нее снимал много видео. Кстати, у Runbox сейчас проходит конкурс, в котором приз каждый выбирает себе сам. Сейчас они разыгрывают колонку JBL Pulse 3, наушники AirPods 2 и экшн-камеру GoPro 5. Выбери один из трех призов, выполни условия конкурса и забери свой приз. Ну а еще у Runbox есть вкладка «Отзывы», где люди делятся своими выигранными призами. А это говорит о том, что Runbox действительно высылает призы своим победителям. Если вы тоже захотели попытать удачу, по моей ссылке в описании вы получите 50 рублей на счет и 20% бонусов на депозит. Ну а вот и герой нашего нового видео. Это флоридский рак, или, как его еще принято называть, калифорнийский. Иногда этих раков называют еще луизианскими. В отличие от некоторых раков, которые питаются растительностью, флоридские раки плотоядные. В природных условиях они поедают личинок, насекомых, улиток и головастиков. Ну а когда не хватает обычной пищи, они объедают мертвых животных и червей. На данный момент я дал флоридскому раку небольшой кусочек куриной филешки, от которой он, конечно же, не отказался и начал принимать в пищу. Кстати, для человека данный вид раков также съедобен. Например, в Луизиане имеется аж 48,5 гектар прудов, в которых разводятся раки. Ну а что же будет, если флоридский рак увидит вот такую вот огромную саранчу? Еще раз хочу предупредить, что особо впечатлительным людям просьба прекратить просмотр этого видео. Многие из вас знают, что саранча — это настоящий вредитель, и с этим вредителем человечество борется уже не первый десяток лет. Ну а для флоридского рака данная саранча может вполне подойти в пищу. Кстати, от себя хотел бы добавить, что данный вид раков намного агрессивнее наших привычных речных раков. Ну а еще они имеют довольно неплохое зрение. Чтобы поохотиться на данную саранчу, рак вышел на сушу и, как видите, практически моментально схватил эту саранчу. Данный вид раков имеет очень мощные клешни, которыми он запросто может перекусить свою добычу. Кстати, саранча по каким-то необъяснимым причинам постоянно пыталась подходить к этому раку. С одной стороны, данный вид охоты кажется жестоким, но в природе данный вид раков примерно так и питается. Ну а так как этот флоридский рак находится в домашних условиях, то приходится ему давать пищу самому. Спустя некоторое время саранча уже практически не сопротивлялась. Так как кормление занимает довольно долгое время, то мне пришлось отойти. Ну а когда я вернулся, я увидел вот такую вот картину. Ну и сейчас вы наблюдаете, как флоридский рак поедает часть саранчи, которую он, скорее всего, оторвал своими клешнями. Кстати, ребят, по старой доброй традиции хотел бы вас спросить, какое бы имя подошло этому флоридскому раку? Напишите ваши варианты
варианты имен в комментарий. Ну а лучшее имя мы выберем в следующем выпуске. Если вам интересны вот такие вот необычные раки и хотите увидеть, как данный рак поедает улиток, то обязательно поставьте лайк на это видео и напишите в комментарии слово «хочу». Надеюсь, это видео было для вас действительно интересным. Ну а если это так, не забывайте подписываться на наш канал и обязательно жать на колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски. А на этом у меня пока все. Всем пока.